Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. І сьогодні це владика Олексій, єпископ Вознесенський та Первомайський. Добрий вечір. Добрий вечір. Итак, владыка. Ну, собственно, достаточно длительный период времени вы не были у нас в студии, не было возможности с вами пообщаться. И вот теперь то, что называется «пользуясь случаем». Какие новости сегодня в епархии, которую вы возглавляете, и какие новости сегодня в Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, к которому также имеете непосредственное отношение? Ну, за этот период, покуда мы с вами не виделись, у нас... Мы начали строительство епархиального управления, то, что очень радует. Заготовим стройматериалы. В частности, с духовной жизнью у нас, помимо, как вы знаете, молодежных проектов, христианской этики, работы с детьми, у нас еще началась работа активная с слабослышащими и глухонемыми. И в этом плане мы встречаемся с киевлянами, проводим конференции. В частности, в Киеве мы были инициаторами проведения такой конференции. У нас проводятся службы. Регулярные службы и в Вознесенске, и в Первомайске. У нас также сейчас традиционно к святому Николаю мы проводим конкурс детских рисунков «Красота Божьего мира». И также, в частности, мы еще занимаемся футбольными командами. У нас есть православная детская команда, которую мы вот шефствуем над ним. И слава Богу, у нас будут соревнования, надеемся, что они выиграют. Это так как-то выходит даже за рамки стереотипного представления, вот особенно вот, футбольная детская команда православная. Это выходит за рамки стереотипного восприятия, ну, я не знаю, тех дел, деяний православной церкви, или я ошибаюсь? Ну, вообще-то Ириней Леонский писал, что молодежь должна заниматься физическими упражнениями. Помимо того, что они должны быть сильными и умными, они еще должны быть хорошими людьми. Я думаю, спортивная дисциплина и их здоровье, и если совокупить с нравственно-моральным воспитанием, это будет очень хорошее. А много детей у вас в такой спортивной команде занимается? Ну, категория у нас от 8 до 14 лет. То есть все желающие, кто приходит, у нас тренер, который занимается. Вот, в частности, вот, мы встречались, и подарили опять комплект мячей, чтобы было чем тренироваться. Ну вот, слава Богу, так вот, десятка-два хлопцев ходят, которые регулярно ходят и занимаются, им это нравится. Слава Богу. Такое непростое, достаточно тревожное и, прямо скажем, тяжелое время переживает сейчас Украина. Количество прихожан в ваших приходах увеличивается или нет? Вы знаете, сказать, чтобы какой-то ажиотаж начался, нет, потому что безразличие нашего общества, к сожалению, ну, это очевидно. Но, тем не менее, вы знаете, хочется сказать, что молодежь больше обращает внимание уже на духовность, потому что, может быть, они еще своими чистыми сердцами и душами чувствуют, что что-то не так, что-то происходит не так. И помимо гаджетов, интернета и прочего информационного мусора, есть нечто на потребу, то, что важно для духовного роста, для развития души. Потому, конечно, слава Богу, что вот молодежь больше обращает внимание именно на свою душу, на свое сердце и задумывается о смысле жизни. Потому что если человек живет бесцельно, он живет бесплодно. Я об этом не случайно спросил, потому что, ну, казалось бы, вот мы на таком переломе находимся, достаточно болезненном, в стране война, всяческие экономические сложности. И, казалось бы, вот в такой ситуации человек должен искать какую-то опору, может быть, опору духовную. И, по идее, он ведь должен был бы идти в храм, или нет? Ну, к сожалению, приходится сказать то, что, да, когда уже ничего не остается, то люди идут в храм. Но все думают, что у нас все нормально, все хорошо. Даже несмотря на экономический, политический кризис, все считают, что ну так вот оно, вот как-то оно поменяется, как-то оно будет. Но эти люди ошибаются, потому что, чтобы что-то изменилось в лучшую сторону, каждый должен приложить к этому усилие, в частности. Сегодня обществу предлагается такая дискуссия по поводу того, что вот, ну, в силу, скажем так, специфических отношений с нашим соседом, с Российской Федерацией, Украинской Православной Церкви Московского Патриархата тоже нужно было бы как-то, ну, скажем так, определиться. Каким-то образом, может быть, дать оценку тем событиям, которые происходят. Возможно, другой оценки ждут. Вот что церковь думает по этому поводу?
Ну, я вам скажу, что вообще Украинская Православная Церковь наша, каноническая, она уникальная. Почему? Потому что наши архиереи принимают участие в заседании Синода РПЦ. Наши архиереи влияют на решение Синода, в отличие от Москвы, потому что она не имеет никакого влияния на Украинскую Церковь, потому что у нас свой Синод, у нас глава свой. Каноническое общение, патриарх, через который мы имеем общение со Вселенским Православием, это да, юридически да, но мы автономная церковь, которая сама принимает решения, назначает архиереи, утверждает монастыри, уставы и прочее. К тому же нужно отметить то, что сейчас наша церковь еще уникальна, потому что она служит и на Западе, и на Востоке, где идет война, и в Крыму наши три епархии, там нету епархий русских, московских, а именно наша Украинская Православная Церковь, это наши архиереи там, наши наместники монастырей. И потому, конечно, нужно отдать должное то, что никто нас не притесняет, мы имеем свободу. Но, конечно же, политические вот эти все спекуляции на этом вопросе, именно что, ну, не было никогда такой проставки Московского патриархата. Ну, чтобы именно выделить, я вам скажу, что одно из свойств церкви – это ее гонимость. Господь сказал, меня гнали, и вас будут гнать. Даже если наша церковь станет не московской, все равно найдутся люди, те, которые будут выступать против истины, выступать против совести человеческой, выступать против традиционных тех норм человеческих, христианских, которые приняты в нашем обществе. Почему? Потому что им это невыгодно. Потому что все мы прекрасно понимаем девиз «разделяй властву». И потому некоторые силы заинтересованы в дестабилизации духовного роста нашего народа, вмешиваются в дела церкви, заказные программы, всякие роются в грязном белье, сами не понимая того, что они делают. Как и Господь говорил, что, когда его прибывали ко Христу, «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Так и тут. Но я прошу прощения, но ведь на самом деле имеет место и такая ситуация, что священники Украинской Православной Церкви, ну, извините, с приставкой Московского Патриархата, которые находятся, живут, служат в Донецке, в Донецкой и Луганской области, благословляют тех, кто воюет с украинскими солдатами. Благословляют фактически убийство, ну, собственно, вот наши бойцы 79-й аэромобильной бригады, такие же николаевцы, украинцы, они, их послало государство, они выполняют там воинский долг. Вот, собственно, когда я говорю о том, что сегодня обществу предложена такая дискуссия, что необходимо церкви каким-то образом дать оценку своим священнослужителям, которые с той стороны. Вот, может быть, именно по этому поводу и ставится такой вопрос или нет? Не, вопрос это актуальный, конечно же. Есть в частном случае, что может быть такое, что священники благословляют. Вот я вам скажу по себе. Вот подходит ко мне боец АТО. Говорит, владыка, благословите. И есть переселенцы, которые смотрят на меня. И наши шире украинцы, которые тоже смотрят на меня. И каждый смотрит, как я поступлю. И тут уже находится перед выбором. Потому что те скажут, ты посылаешь его благословляешь убивать наших родственников, которые тебе остались. А те скажут, что ты против ныне Украины. И тут надо мудрость иметь, чтобы поступить правильно. Потому, конечно, я всегда благословляю людей, чтобы они достойно несли свой ратный подвиг, старались меньше делать зла и никого не убивать, но чтобы сами вернулись целыми и здоровыми. Вот это самое главное. Но потому... я прошу прощения, я даже не об этом спрашиваю. В церкви какая-то дискуссия по поводу вот этой ситуации всей ведется? Церковь дала однозначную оценку то, что происходит сейчас на востоке Украины, что это трагедия. Трагедия для нашего народа. И не только для украинского. Все, кто проживают и кто посещает Украину, и мировое сообщество. Любая война – это грех. Эта война начинается в умах, в душах человеческих, война против Бога, которая потом выливается, так как люди не могут своими грехами достать до Бога. Они начинают воевать друг против друга. И потому, конечно, Православная Церковь Украинская призывает к консолидации, к миру, к согласию, садиться за стол переговоров, договариваться. Но ни для кого не секрет, что кому война, кому мать родна. И потому, конечно, некоторые на этом хорошо нагревают руки.
Но, как сказано, есть высший суд, он недоступен в зону злата. И придет время, когда придется за это отвечать. Каждому, кто так или иначе принимал в этом участие, давал на это молчаливое согласие. А то, что народ сейчас втягивается в дискуссию, ну, мы же понимаем прекрасно, что народ сейчас мало кто слушает, потому что у нас правительство от народа отделено. И они живут своей жизнью, народ выживает своей жизнью. Это ни для кого не секрет. И если я буду говорить, что все у нас хорошо, это будет лицемерие с моей стороны. У нас плохо, все очень плохо. Одно только, что у нас хорошо, что у нас есть еще люди, живые люди. Есть люди думающие, и есть люди, которые трудятся, которые делами рук своих добывают хлеб, кормят других и могут поделиться тем, что они зарабатывают. Это очень важно. Есть те люди, которые ценой своей жизни защищают единство Украины. Но, к сожалению, этого мало кто замечает, потому что наша украинская пословица «Моя хата с краю», она за множество лет, за столетия, ничего не поменялось, к сожалению. Сегодня также, вот, возвращаясь к дискуссии, о которой, собственно, упомянули выше, там предлагается такая мысль, что ли, что необходимо, ну, скажем так, есть ряд святынь, православных святынь, типа София Киевская или там Почаевская Лавра, и они находятся в Украинской православной церкви Московского патриархата. Сегодня ставится вопрос о том, что, ну, очевидно, у церкви эти святыни необходимо изъять, возможно, передать другим религиозным организациям. Если такой сценарий будет реализовываться, что будет делать церковь в этом случае? Ну, я думаю, что этот сценарий никогда не реализуется, потому что было множество раз узурпировать духовную власть и со стороны государства, и третьих лиц. Бог не в силе, а в правде. Это во-первых. Мы знаем, что церковь переживала критические моменты и в советские времена, и во время нашего самостоятельной нашей жизни, вот, незалежной. И Бог не допустит этого. Это во-первых. Во-вторых, такой вопрос, а чем хуже наша Украинская Православная Церковь Московского Патриархата? Ведь даже католики и греко-католики, которые служат здесь, тоже у нас на Украине имеют свои приходы, они признают только нашу церковь законной и благодатной, которая несет спасение. Они не те церкви, которые ездят оружие, просят для убийства, которые призывают национализм, в частности, мы все помним на Майдане псевдосвященники, которые кричали, что москаляку на галяку. Тоже такие случаи бывают. То есть национальная рознь, или я по-другому называю лично, называю это неофашизм, который сейчас пропагандируется открыто, откровенно. Ну, есть враги народа, есть. И это ни для кого не секрет. Всегда были иуды, которые предавали, и сейчас они есть, которые готовы продать все, которые нету ни чести, ни совести. Но действительно, что вот вера людей, настоящая искренняя вера людей, она настолько крепка, что, ну, передавать кому? Каким-то другим религиозным организациям. Давайте передадим другим религиозным организациям, которые приехали из-за океана. Так вопрос не ставится на самом деле. Ну, на самом деле, Киевский патриархат, мы же понимаем прекрасно, что это не церковь. Хоть она ассоциирует себя с церковью. Да, там есть... Я прошу прощения, сотни, возможно, даже... Я не готов сейчас цифрами точными оперировать, но огромное количество приходов, огромное количество прихожан. А у нас в разы больше. Это не прихожане. Мы знаем, что захваты церкви есть и на Западной Украине, которые с помощью правого сектора там и еще каких-то молодчиков это все происходит, которые со стороны власть имущих просто надавливают и, как сейчас модно говорить, отжимают приходы. Это все мы видим. И это видим не только мы, и мировое сообщество это все видит, понимаете? И потому мы считаем, ассоциируем себя с европейской державой, государством правовым, демократическим. На самом деле нет. Мы же видим диктатуру и произвол. В частности, которая проявляется вот именно в религиозной жизни. Вот мы же ни у кого церковь не забираем. Не забираем. И потому, конечно же, нужно считаться с мнением, мировым мнением, во-первых, вселенского православия. И во-вторых, что есть совет церквей, который вот тоже дает правовую оценку происходящему. Это, конечно, ну, мягко говоря, это позор.
позор для Украины. Но мы видим, что происходит, допустим, в Верховной Раде, как депутаты вот на весь мир это транслируется, себя ведут. С них что взять? Они политики. Им некогда о духовном думать. Да, к сожалению. Но... И они же, кстати, тоже ваши прихожане, по всей вероятности. Ну, часть, да. Часть есть хороших политиков, которые действительно пытаются по совести жить, которые стремятся, какие-то цели ставят, достижения добра, милосердия. Ну, ну, ни для кого не секрет. С волками жить. Ты можешь быть хорошим человеком, но, как сказал апостол Павел, худые сообщества развращают добрые нравы. Попадешь в это общество, ты будешь таким, как и они. И все. Это не может служить оправданием, мне кажется. Это не оправдание, это констатация. Это констатация. Сейчас, скажем так, достаточно активно, ну, другие христианские конфессии, назовем так, с моей точки зрения, достаточно активно участвуют в движении военных капелланов. Люди едут на передовую, люди, скажем, и у нас, на нашем полигоне служат, несут Слово Божье. Представители Украинской Православной Церкви Московского Патриархата участвуют в этом движении? Конечно, конечно. У нас есть такой всеми нами любимый митрополит Августин Белоцерковский, который возглавляет военный отдел. И, кстати, у нас уже с Нового года будут священники, которые будут служить при военных частях, которым церковь будет оплачивать зарплату, которая закупает им обмундирование. И они заключают контракт. То есть, если часть выезжает на боевые действия, то капеллан должен ехать с ними. Потому что мы знаем, что сейчас больше гибнет людей от несчастных случаев, так называемых, ну, самоубийства, чем при боевых действиях. Мы знаем, какое деморализационное положение в некоторых частях. Я не говорю уже там о преступлениях, как мародерство и прочее, прочее. А даже то, что элементарное. Водка, наркотики. Это, к сожалению, тоже очень печально. Ну, так что вот именно Украинская Православная Церковь Московского Патриархата принимает активнейшее участие. Почему? Потому что а другие конфессии, религиозные организации, они просто отказались. Они просто отказались, потому что у них нет источника финансирования, у них нет того, у них нет этого. И просто увидели, что делать там нечего. Там не заработаешь, там ничего нету. Ну, я бы так не говорил, на самом деле, может, ну, не совсем справедливое утверждение. Ну, насколько я... На волонтерских основаниях едут военные капелланы. Абсолютно, можно точно утверждать. Можно, но это единичные случаи. А у нас это уже будет поставлено как отдел церковный, именно по капелланству. Это будет именно все курироваться. Не просто так, что вот мне захотелось, вот я поеду. Нет, будут подбираться кадры соответствующие. Будут, мало того, что желание. Конечно же, у нас есть много священнослужителей, которые были военными, которые понимают это все, не понаслышке знают. Это профессионалы, психологи, которые вот имеют высшее образование психологическое. И потому, конечно, это хорошее подспорье. Киевский патриархат сделал попытку послать людей туда. Но когда, извините, кушать не было, и про них просто их туда послали и забыли, они сказали, спасибо, до свидания. Когда я увидел все, когда я там пропадал на Майдане, я думал, что мы за идею, за что-то боремся. А когда они увидели это изнутри, непосредственно, то, конечно же, пыл угас, и наступил момент разочарования. Не могу утверждать по поводу, скажем, священников Киевского патриархата, но можно точно совершенно говорить о представителях протестантских церквей. Ну, протестанты вообще молодцы. Я вот, допустим, очень хорошо отношусь к баптистам. Это те люди, которые очень близки к нам. Они намного лучше даже, чем мы, православные. Почему? Потому что им по-другому они не выживут. У них только есть что Святое Писание и их добрые дела. А вот мы, конечно, немножко спекулируем на то, что у нас есть еще благодать Божия. У нас есть таинство и... Согрешил, можешь покаяться, грехи тебе отпускаются. А у них этого нету. И они вообще молодцы. Они хорошо помогают людям.
они объясняют Святое Писание, они приводят. И потом люди, действительно верующий человек, он потом уже приходит в церковь. Когда он созрел, уже духовно созрел, он понимает, что что-то вот еще чуть-чуть не хватает. Потом они приходят в церковь. Так что я к этим людям отношусь с большим уважением и часто беру с них пример, потому что в отличие от меня лично, вот я умиляюсь просто их вот такой вот беззаветной отдачи. Такому, ну, альтруизм, конечно, это не добродетель, скажем так, это ближе уже к фанатизму, но тем не менее, они молодцы, они умнички, дай Бог им здоровья, пускай Господь им помогает в их нелегком труде. Хорошо. Ну и учитывая все-таки сегодняшнюю ситуацию с христианскими конфессиями, с православными, извините, конфессиями в Украине, ну, разговор о том, что необходимо объединение церкви, что вот такая рознь, она не может существовать долго или там не может существовать бесконечно, вообще это ненормально. А с вашей точки зрения, возможно ли объединение в единую поместную церковь? Возможно объединение, это могло бы произойти одним росчерком пера, как говорится, но опять-таки объединяться с кем и для чего? Потому что Господь говорит, что может быть общего у Бога и сатаны? Есть, если объединение, если мы правовое государство, также есть каноны церковные, которые мы должны соблюдать. И нарушитель закона государственный преступник, так же самое и канонов, это духовный преступник, то же самое. Если есть желание жить по закону, по благодати Духа Святого, пожалуйста, мы ни от кого не отворачиваемся, мы всегда готовы протянуть руку. Но опять-таки мы знаем, что... Возвращаясь к вышесказанному, что заинтересованы, разделяя властвы. Вы понимаете, что церковь – это сила. И сила мало того, что она состоит из народа, она еще состоит из истины, правды. А скажите, кто сейчас хочет правду все услышать, в частности, даже про себя? И я вам скажу, что вера – это удел мужественных людей. И нужно пред собой, пред своей совестью признаться, насколько ты человек подлый, падший, насколько у тебя вот всего такого нехорошего собралось в твоей душе. А все боятся. И потому, конечно, церковь просто не дадут быть самостоятельной и будут пытаться всегда заглушить ее, потому что никому неприятно слушать правду. Вот и все. И потому объединение, оно в априори невозможно. Каждый будет приносить свое диктовать, требовать. И есть... единообразие в чем? Именно в благодати Божией. То, что Господь дает каждому человеку, в частности, церкви, как богочеловеческому организму. Традиции могут быть разные. Мы знаем, вот на Востоке одни традиции, у нас вот на Украине другие традиции, там, в Америке третьи традиции. Хотя они православные, мы с ними общаемся, все нормально, все хорошо. Но закон, его нельзя проступать. Мы помним Корея, Дафана и Аверона, которые хотели узурпировать духовную власть, что с них получилось. Когда после распятия Иисуса Христа, некоторые тоже призывали, что вот мы знаем истину. Гамалиил сказал, что оставьте этих людей. Если это не от Бога, оно рассыпется. Слава Богу, православной церкви уже более 2000 лет. И она не рассыпается. Это свидетельство то, что с нами Бог. Свидетельство то, что Бог нас любит и Он нас не покидает. Потому что мы от Него не отворачиваемся. А если мы будем отворачиваться, знаете, вот мы так рассматриваем это легкомысленно, эти вопросы. На самом деле мы знаем, что еврейский народ, они даже вот Божие имя они боялись называть. Если они говорили о Боге, они просто поднимали руку, показывали в небо. И все понимали, о чем речь, о ком речь идет. А мы сейчас вот именем Христовым можем раскидываться, там, писать на заборах, там, еще что-нибудь, забывая, что Писание сказано, что нету больше имени ни на небе, ни на земле, ни в преисподней. И о имени Христовом поклонится и небесные, и земные, и преисподние. Мы понебратствуем с Богом. Мы можем подойти, похлопать Его по плечу, сказать, что Он хороший парень и все остальное. На самом деле это очень страшно. Бога нужно бояться. Потому что он камень краеугольный, на кого он упадет, он раздавит, кто на него упадет, он разобьется. Шутить с Богом нельзя. А наш народ уже приучили так, что мы можем называть имя Божие псуи, употреблять, спекулировать этим. Нужно со страхом и трепетом приступать, потому что Господь огонь поедающий. И мы знаем, что с огнем шутки плохи.
можно переступить ту грань, которую ты не заметишь. Но потом уже, вот сейчас мы претерпеваем наказание, да, за наши грехи. Но есть понятие кара. Наказание отвратимо. Его можно повернуть вспять. Господь может помиловать, а кара нет. И всякий народ бездуховный, который не имеет истины в себе, хранителей истины. Мы помним, когда торговался Авраам с Богом, говорит, что ну, не уничтожай Содом и Гоморру, вот, если там будет 100 праведников. Господь говорит, ради 100 праведников помилуй. Говорит, а если 50? Помилуй. А если 10? Даже 10 праведников не нашлось. Один только Лот нашелся, один. Все. Вот и у нас. Вот слава Богу, что Господь держит нас на этом белом свете, потому что у нас, в нашей державе, есть еще люди, которые действительно ну, заслуживают не только уважения. Мы можем их не знать, можем их не видеть, не замечать. Но это действительно настоящие христиане, настоящие люди, с которых нужно брать пример. В принципе, это была прекрасная точка в разговоре. Но есть еще одна тема, которую хотелось бы обсудить. Мы находимся фактически на пороге новогодних праздников. Но традиция такая, что украинский народ так широко их отмечает. Как Украинская православная церковь относится вот именно к этой традиции? Широко отмечает Новый год, ну и все, что с ним связано. Я вам скажу, не только Новый год украинцы могут отмечать. Насколько я знаю и сам часто участвовал в праздниках, ну, щира душа украинская. И очень богато традициями. Это и свадьбы, это проводы в армию, это там еще день рождения и все. Конечно же, в советский период мы знаем, что когда церковь была гонима, то вот непосредственно я писал свою кандидатскую работу, я столкнулся с таким явлением, что институты культуры работали над том, чтобы заменить церковные праздники на государственные. Сейчас Новый год является семейным праздником. Это еще один шанс собраться с семьей вместе. Это хорошо, это замечательно. Но, будучи вот воспитанником Киевской духовной школы и насельником Копечительской лавры, покойный блаженнейший митрополит Владимир, вот я у него именно научился то, что он всегда с 31-го в 12 часов в ночи вместо боя курантов возглашалось благословенное царство и начиналась божественная литургия. Это очень замечательно. Когда фейерверки, хлопушки, там, петарды, все стреляет, идет мирная кинея. Диакон говорит, миром Господу помолимся. И молятся люди для того, чтобы Господь благословил следующий год. Чтобы он был изобильный, чтобы он был мирный, добрый и все остальное. Я прошу прощения, и эта традиция, она сейчас в том числе... У нас в епархии, она уже вот с моим приходом, слава Богу, вот 3 года мы служили в Первомайске, в Вознесенске. Много людей приходит вот так вот? С каждым годом все больше и больше. На 12 часов ночи, в Новый год. И вот я вам скажу, помимо прочего, не только даже вот в других районных центрах начинается такая практика, потому что, ну, шампанское, оливье, ну, это уже было, поверьте. В конце концов, можно и после службы прийти и выпить то же самое шампанское. Можно, ничего в этом страшного нет. А ведь это же еще и рождественский пост. Православный человек может себе это позволить в рождественский пост? Ну, конечно, нарушать пост нельзя однозначно. Но у нас сейчас продуктов постных, при желании. И я не думаю, что ночью человек после службы он начнет там объедаться. Чисто символически, традиционно. Конечно, это все позволительно. И ничего в этом плохого нету, предосудительного нету. Ну, у нас же церковь не такая какая-то фундаментально консервативная. Это нормальное явление. А вот именно начать год, ну, все ж у нас люди, конечно, много верят. И в приметы, и в гороскопы, и в Бога верят. Ну, во все одновременно. Да. И вот все говорят, как год начнется, а как год начинается. Спонсор 1 января Боржоми. Это же не просто шутка, это констатация нашего состояния, нашего народа. И вот многие хотят, чтобы действительно все было в семье хорошо, чтобы дети были послушные, росли, чтобы ничего не случилось, чтобы не было горя, беды. И вот я вам скажу, что тенденция роста прихожан именно с 31 на 1 на ночную службу возрастает, и динамика роста очень такая впечатлительная, я вам скажу. Это радует, это хорошая традиция. И вот светлой памяти блаженнейшего митрополита Владимира, слава Богу, что вот он показал
будучи нам еще молодым студентом, потом вот насельником Кипиченской лавры, что вот эта вот традиция, она воспринимается людьми. Просто если бы люди не приходили, смысла нету служить. Ну, был бы священник и хор, и все. А так мы видим, что люди заинтересованы, им интересно, они хотят. И эта жажда духовная, она утоляется именно вот во время службы. И именно вот знаково то, что приходят на Новый год на службу. Так что, слава Богу. У нас такая практика, я всегда о ней рассказываю, и мне очень приятно, потому что, ну, ты видишь, что вот ты не зря проживаешь жизнь, что не просто бесплодно как-то она проходит мрачно, а что действительно она осмысленная. Потому что, как я говорил, что если человек не имеет смысла в жизни, то он бесплодный. От него не будет толку никакого. Он проживет, как бурьян ступу, как кажут украинцы, и все. И ничего с него не получится. А тут именно вот мы все празднуем святителя Николая, да? Сколько веков уже прошло? Уже более 1500 лет. А его люди любят до сих пор. Помнят, ценят, чтут. И получают от него помощь. Почему? Потому что действительно человек полностью отдался служению людям, служению церкви. И все. Это яркий пример для нас, как когда один человек пошел по стопам Христа, отрекся от всего, чтобы иметь все. Так и тут. Человек, приходя в церковь, он осознает, что он личность, что у него есть душа, и что смерть – это не предел. Это начало бесконечной жизни. И уже тут зависит, как мы, и наша прожитая земной жизнь зависит, какая наша будет участь. И потому, кого страхом спасают, кто проникается действительно любовью, истинной любовью, а не той суррогатной, которую мы сейчас везде наблюдаем. И слава Богу, что вот с другой стороны мы видим, что наш народ духовный и не все так плохо, как оно кажется на первый взгляд. Подводя итог разговору. Ну, собственно, коль уж мы заговорили об этом, и на самом деле мы вступаем в череду новогодних праздников, новогодних, рождественских, у вас есть возможность обратиться к николаевцам, ну и так вот то, что называется загодя, но поздравить николаевцев с наступающим праздником. Хотелось бы, конечно, обратиться к всем жителям и гостям города Николаева, жителям нашей области, поздравить вас с грядущим Новым годом, с Рождеством Христовым, чтобы Господь берег нас от всякого зла, чтобы Господь просвещал наши сердца и души своей любовью, своей чистотою, чтобы мы в следующий год жили лучше. Лучше даже не в том плане материальном, а лучше в духовном плане. Чтобы у нас появилось желание, жажда добра, делать что-то людям приятное, что-то хорошее. Чтобы у нас была надежда, надежда на светлое будущее, надежда на то, к чему мы должны стремиться, к чему, что, и видя то, что дарует нам Господь, а Он дарует нам и ум, и здоровье, и слово, о котором мы можем общаться. Все эти дары хотелось бы пожелать всем телезрителям, чтобы мы употребляли во благо друг другу и славу Господа нашего Иисуса Христа. Телекомпания СТВ присоединяется к этим пожеланиям. Владыка Олексій, єпископ Вознесенський та Первомайський, був сьогодні нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів вам. Спасибо. До побачення.